Красавчики бамбуни, смотрим видео прямиком из Индонезии. Как я понимаю, это некие итоги года, да? Ну вот, начало такое, сказочное. Так, у нас вот есть месяца. И смотрите, вот каждый месяц какое-то популярное видео имеется. Осталось понять, надеюсь, что дверь не с коронавирусом. О, прикольно, кстати, сделали. Он должен пережить все эти воспоминания снова, все эти события увидеть снова, и только тогда она войдет в эту дверь. Новую дверь, наверное, да, в Новый год. Hello. Сейчас начнется, прямо вот чувствуется. Сейчас. Протянут руку и начнется сказочка. Знаете, когда смотришь часто такие вот американские фильмы, там какие-нибудь теплые, такие уютные комедии, там часто на Рождество, там. Дома стоят, и очень много каких-то, очень много светодиодных, да, гирлянд этих. А здесь, видите, такой дом стоит, но свет, он как бы внутри, разноцветный, это очень тоже прикольно такая связь. Тишечка! Так, знакомые лица. А можно у меня тоже PlayStation, и не один, а три. В общем, будут вспоминаться всякие тренды, всякие фишки, приемчики. В общем, очень, пока хоть все очень хорошо. Как бы и нет, как бы, такого, ну, знаете, атмосферы именно Нового года, но при этом оно и есть. То есть оно не, как бы не напрямую нам показывается. Мы как бы подводим итоги, по сути. Конечно, скорее всего, надо понимать, что это Индонезия, это именно вот какие-то их фишки, да, ты знаешь, какое-то шоу кулинар нам показывали. Ну, в общем, знакомимся. С медиасферы. О, знаем. Оу. И сейчас. В общем, сменили ритм. Это хорошо, кстати. То есть это как бы... Мы немножко отдыхаем от такого быстрого, шебутного ритма.
очень хорошо, такой, знаете, такой, была резкая смена ритма, которая, ну, такой, там прям конкретная смена, и сейчас темп еще более танцевальный, еще более живой, еще более, главное, да, жизнерадостный. И есть такое похоже, что, знаете, словно эта часть у нас смешанная с Таиландом. Ой, ну, именно вот под стилю как-то. И сейчас взрыв или не взрыв? А вот, ну все. Радость сменяется на печаль и грусть. Могу сказать, что прям вот очень хорошо снято, смонтировано. Прям. Знаете, не может быть все радостно, как бы баланс всегда должен быть. И вот сейчас весы как бы выравниваются потихонечку. Похоже прям на сериал, прям как будто мощный какой-то сериал, триллер какой-то, фильм, да, катастрофа. Вот она, группа поддержки, спасатели. Но вот звуковое сопровождение прям изумительно, изумительно. Я точно не уверен, но, скорее всего, знаете, условно, какая-то благотворительная организация. То есть, видели, то есть, условно, была какая-то трагедия. Люди начали, как бы, грустить. Словно, они уже приняли смерть, но здесь появляются, вот, словно, эти люди из какой-то организации. Показывают то, что вы всегда можете надеяться на нас, и в любой момент мы вам поможем. И, как бы, у людей, которые недавно только думали о смерти, сейчас думают о жизни, потому что они знают, они уверены, что им в любой момент как бы дадут руку, и они смогут дальше. Наверное. Ну да, видите, тут как бы и показывают, что, видите, быстрая, очень быстрая помощь какая-то. Да, то есть когда наводнение, дома сносит, жить негде. Еды не хватает, и вот люди помогают, чем могут. По сути, тоже бегут в это пекло. Так скажем, эстафета добра, по сути. Вот что творит гитара, да, вот она сразу усиливает эмоции, усиливает вот, скрежет души на максимальный уровень. Да, то есть показывает ситуацию, что люди общаются на расстоянии, члены семьи не могут вернуться обратно домой. Ох, ну,
но монтаж, конечно, тут обезу. Огречено. Ох, как горячо, как они вот перешли на другую какую-то часть. Просто разрывную, полнейший расколбас. Смешали несколько песен. Смотрится безупречно этот грим. Вау, безупречный, прекрасный прям. Ну, фантастичный, фантастический. Реально, погружает в мир фэнтези, в мир аниме. Тут все есть. Здесь даже, знаете, вот показывают, как вот, знаете, когда экранчики такие спускались. То есть, по сути, потом все шоу, они так и проводились вот с помощью этих экранов. То есть... Судили, смотрели, и вот все в этом духе. Очень молодцы. Колоссальная работа. Мне нравится этот образ принцессы, это темный, особенно. Продолжаем смотреть в другом месте. Эта песня, она как бы может подумать, ну, заглядывать в будущее, светлое будущее. Здесь и актеры прошлого какого-то. И вот что же там? Ух, немножко даже сложно. Конец был такой со смыслом, концептуально. Я даже не знаю, что там произошло на самом деле. То есть она вроде как вначале хотела эту дверь открыть, а потом как бы и не захотела. То есть она даже счастлива тому, что имеет, так скажем. Но при этом два человека все равно ушли. В этом сложно пока, не могу понять. Но в итоге само видео, оно вдохновляет всем. Танцами, вдохновляет картинкой, она шикарная картинка, съемки великолепный, монтаж супер, то есть все смотрится как единый фильм, легкий, не напрягающий, знаете, вот такое видео, вот с радостью можно включить на Новый год, на Рождество и просто кайфовать и наслаждаться. Знаете, как у нас вот тут в России, да, есть традиция смотреть фильм «Один дома», на Новый год, там и есть еще другой фильм русский, да, у нас еще есть. И тоже такая некая маленькая традиция, и люди смотрят фильм какой-то новогодний, который веет новогодним настроением. И вот это видео также веет каким-то добром все равно, хоть и здесь есть какие-то нотки грусти, но мы должны эти нотки грусти перескакивать потихо. Должны справляться с любыми бедами, которые нас поджидают из каждого угла, мы должны справляться. В общем, возможно, знаете, девушка-то вначале была одна,
конце туннеля, смотрите, сколько с ней народу. То есть, друзья, друзья, поддержки. Вместе мы преодолеем очень многое. Очень, видео уютно, 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 чертовски уютно. Смотреть было очень приятно, здесь было абсолютно все. И тиктоки, там эти танцы, там всякие клиповой монтаж, да, которые там, так всякие приемчики, фокусы, так скажем. Все выдержано так концептуально, все идет, ну все развивается постепенно, все здесь есть. Здесь нету такого тупо набора каких-то видео. Здесь нет, есть прям какой-то концепт определенный, все движется каким-то своим путем и доходит до зрителя, пролетает мгновенно. В принципе, как и наши воспоминания, которые, вот когда жизнь идет, кажется, что это все тянется очень долго. Но потом, когда проходит год, ты начинаешь делать какие-то выводы и понимаешь, что жизнь пролетела, а ты даже и не заметил. Не болейте, друзья. Всем хорошего настроения. Скажем, не забывайте свое прошлое, не забывайте прошлое. В любом случае, оно вас сделало и закаляло. Добра вас сделать всем. Чики-бобой.